Привет, друзья! Екатерина Гусева – умница, красавица, талантливая актриса, чудесная мама, заботливая супруга, а еще замечательная певица и прекрасный человек. И это мнение не только наше. Один из поклонников актрисы написал, что ради таких женщин, как Екатерина Гусева, стоит жить и совершать подвиги. Она действительно удивительная, с каждым годом более интересна и приумножает свой многогранный талант. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живет Екатерина Гусева, какой у нее гонорар и какой недвижимостью она владеет. Будущая актриса появилась на свет 9 июля 1976 года в городе Москве. Никто из близких Кати не принадлежит к миру искусства. Отец – портной, а мама работает главным инспектором в административно-технической инспекции. В школе Катерина прилежно училась. Больше внимания уделяла биологии, так как планировала поступать в Государственный университет прикладной биотехнологии. Помимо этого, принимала активное участие в художественной самодеятельности, где на нее обратила внимание театровед. Именно она и убедила девушку поступить в театральное училище. Первое время родители даже не знали о решении дочери, а Екатерина параллельно с химией и биологией зубрила отрывок из «Войны и мира», сцену бала Наташи Ростовой и стихотворение Марины Цветаевой. В Щукинском, где на одно место претендовало 60 человек, экзамены проходили в один день с испытаниями в биологический вуз. Катя пришла пробоваться в Московский биотехнологический институт, попросилась выйти с экзамена и побежала в театральное училище. Когда мама будущей артистки узнала о поступке дочери, то долго не могла отойти от шока. И в 1993 году Гусева успешно сдала экзамены в знаменитую «Щуку». Позднее, став дипломированной актрисой, Екатерина Гусева была зачислена в штат театра у Никитских ворот. А уже в мае 2003 года актрису пригласили в труппу театра имени Моссовета, где она и по сей день служит. Талантливая актриса успешно выступает не только на театральных подмостках, но также снялась в 60 картинах. Популярность и признание пришли после выхода на экраны гангстерской саги «Бригада». В ней актриса великолепно сыграла жену Саши Белого в исполнении Сергея Безрукова – Ольгу Сурикову. После невероятного успеха режиссеры начали приглашать Екатерину Гусеву в свои проекты. Кроме этого, актрису часто приглашают в популярные развлекательные передачи, концерты, где Екатерина Константиновна исполняет современные произведения, романсы, песни на военную тематику. В 2009 году ей присвоили звание «Заслуженная артистка России». С 1996 года Екатерина замужем за известным бизнесменом Владимиром Абашкиным, который является владельцем крупной художественно-производственной фирмы Base Beauty, которая создает декорации для выступления известных артистов. Катерина Гусева и Владимир Абашкин познакомились на телевидении в программе «Русское лото». Екатерина являлась ассистенткой ведущего, а ее будущий супруг, Владимир, монтировал декорации в студии. 1 августа 1996 года влюбленные сыграли свадьбу. Во время свадебного путешествия у Гусевой с мужем чуть было не случилось дурного предзнаменования. Владимир едва не потерял обручальное кольцо, при этом Абашкин умудрился потерять его дважды за один день. Сначала обручально-венчальное кольцо соскочило с руки Владимира, когда тот плавал в море, но удалось найти кольцо на дне. И позднее кольцо соскочило с пальца Владимира из-за крема для загара и улетело куда-то в песок. Пришлось устроить раскопки, и кольцо получилось найти. По словам Гусевой, дома она вообще как рыба в аквариуме, очень спокойная, такой даже немножко тюлень. По словам актрисы, домашние хлопоты доставляют ей большое удовольствие. Именно в них и заключается ее отдых. «Люблю готовить супы на 2-3 дня, щи, борщ, куриную лапшу. Вещи из стиральной машины люблю грамотно развешивать, ну, чтобы потом не гладить», – рассказала актриса. Через пару лет у Екатерины и Владимира родился первенец Алексей, а вот дочка Анна появилась на свет в 2010 году. Самое интересное, что сын носит фамилию отца, а дочь – мамы. Так захотела Катерина Константиновна. И Владимир Абашкин к этому решению отнесся с пониманием. Совместная жизнь с актрисой не прошла бесследно. Спустя 10 лет брака Владимир отучился на режиссера.
Сейчас он даже ставит спектакли, но жена не принимает в них участие. Екатерина не водит машину, потому что она слишком романтичная натура и не может сосредоточенно следить за дорогой. Она обязательно будет смотреть по сторонам, витать в облаках, слушать понравившуюся мелодию. Кстати, звезда часто ездит в метро, но ее не узнают. В повседневной жизни она носит джинсы и удобную обувь. В метро артистка может встретить человека, поведение манеры которого потом использует в своей работе. А любимым средством передвижения Гусевой является велосипед. Они с дочерью Анной часто садятся на него и едут, куда глаза глядят. Екатерина с семьей долгое время жили за городом. А потом перед ними встал выбор – либо стать городскими мутантами, но быть вместе, либо их дети будут жить в экологически чистом загороде, а родители вечером после работы будут к ним приезжать ночевать. Они выбрали первое и забыли о загородной жизни из-за пробок и невозможности быть рядом друг с другом. Уже 20 лет как осели в центре Москвы. Удобно, в шаговой доступности школа, театр Моссовета, московская оперетта. Екатерина приоткрыла завесу тайны и показала своим поклонникам дизайн квартиры, в которой много лет проживает с мужем и детьми. Итак, начнем с прихожей или коридора, если его можно так назвать. Постельные и белоснежные тона, немного бежевого или светло-коричневого. В любом случае, вкус есть в этом. Что касается входной двери и гардероба, все выполнено опять же в белых и достаточно красивых тонах. Что касается зала, то тут висит достаточно забавная люстра. Большой телевизор. За исключением штор, интерьер очень светлый. Кухня и столовая зона имеют белые оттенки. А столовая зона оснащена мягкими стульями, которые отлично вписываются в интерьер. А что насчет спальни? Также присутствует телевизор, шкаф и немного осветительных приборов. Все выполнено со вкусом и присутствует большее количество цветового разнообразия, что опять же скорее хорошо, чем плохо. Сейчас главный источник новостей о Екатерине – ее Инстаграм. Она рассказывала там, как провела в прошлом время самоизоляции. Чуть ли не впервые смотрела кино с собой в главной роли, а еще наконец-то много времени провела в кругу семьи. В редкие дни отдыха актриса может позволить себе самую большую роскошь – мирно отдохнуть в объятиях мужа. Зарабатывает Екатерина на театральных постановках до 100 тысяч рублей в месяц, так как она является заслуженной артисткой и играет на сцене театра имени Моссовета. Репетиции оплачиваются отдельно, в среднем 2000 рублей за одну репетицию. Гонорары Екатерины в кино намного превышают доходы от театральных постановок. За день съемок, составляющий 12 рабочих часов, в кинематографе она зарабатывает до 300 тысяч рублей. Друзья, давайте пожелаем Екатерине, чтобы внимание и любви зрителей, оваций, признания, главных ролей и успешных проектов было столько, сколько необходимо для полного счастья и удовлетворения от работы. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока!